Сегодня я вам расскажу, как сделать вот такой зимний цветок из цветной бумаги. Цветок двуслойный, похожий на снежинку, на зимнюю. Что нам для этого нужно? Нам нужно два листа бумаги формата А4 разных цветов, клеевый карандаш, ножницы. Итак, начинаем. Снежинка состоит из двух слоев снежинок. Она получается объемная, двухслойная. Так, нижний слой у нас будет с вами, допустим, оранжевый, а верхний слой у нас будет желтый. Начинаем с верхнего слоя. Берем бумагу, сворачиваем ее вот таким образом, и у нас получается лишняя часть, мы ее просто отрезаем. Так, отрезали. Теперь еще раз свернем этот наш треугольник, который у нас уже получился. Еще раз его свернем. Так. И еще раз свернем. То есть в общей сложности мы свернем его 3 раза, наш квадрат бумажный. Вот у нас получилась с вами такая фигура. Центр нашего треугольника, вот он где, здесь у нас края. Так, теперь нам нужно расчертить наш рисунок, по которому мы будем вырезать. Я буду чертить его, рисовать фломастером, а вы, конечно, простым карандашом. Я буду это делать для того, чтобы было лучше видно. Вот я нарисовала 3 полоски и 2 небольших треугольничка. Теперь мы начинаем вырезать. Лишнюю часть, которая у нас снаружи, мы ее вообще отрезаем и просто убираем. Вот у нас получилась с вами вот такая фигура. Дальше что мы делаем? Разрезаем. Разрезаем по нашим линиям, что мы начертили. А треугольнички, которые у нас внизу, мы их просто выстригаем. Вот. Вот у нас получилась вот такая вот вырезанная фигура. Разворачиваем. Так, разворачиваем. Вот у нас с вами получился такой цветок. Так, теперь нам нужно, мы берем с вами часть, которая у нас в середине, полоска, которая у нас была в середине, мы ее берем и между собой склеиваем. Так, теперь еще одну. Последнюю. Вот у нас с вами получилась вот такая вот снежинка, цветок. Это верхняя часть нашего цветка. Сейчас мы будем делать с вами нижнюю. Нижнюю делаем точно так же, по такому же принципу, только немного по-другому. Также сворачиваем листок, отрезаем лишнюю часть. Еще раз сворачиваем наш треугольник. И еще раз. В общей сложности сворачиваем 3 раза. Так, свернули. Вот у нас получился центр нашего треугольника. Здесь края. Вот центр. Дальше снова также рисуем. 2 треугольничка внизу. Полоску, которую мы подчерчиваем, наш круг, лепесток. И еще 2 полосочки рисуем. Получился такой у нас рисунок. Также наружную часть мы просто обрезаем.
получился у нас вот такой вот лепесток. Дальше точно так же разрезаем. Но среднюю полоску, которую мы загибали на верхнем цветочке, мы ее просто выстригаем. Выстригаем вот таким образом. Нижнюю часть, нижние треугольнички мы тоже вырезаем. Так, вот. У нас мы выстригли середину, среднюю полоску нашего цветка. Разворачиваем. Так, вот у нас получился цветок, точно такой же, только без средней полоски. Так, цветок, который мы делали наружный, мы склеиваем с этим, который мы с вами вырезали. Так, вот у нас получился такой зимний цветок. Его можно украсить. Сейчас, приклею тщательно. Так, вот. Его можно украсить любыми какими-нибудь блесками, можно бусинами, пайетками, ну, чем вам нравится. Вот я такой вот мишурой украшу. Так. Вот. Получился у нас с вами зимний цветок. Очень красиво, можно повесить на стену, на елку, на штору. То есть, куда вам нравится. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.